Господа, и поставил я ангел Господень посреди поля, и было оно полно сухих костей. И сказал мне ангел Господень, извлеки пророчество ногой стихии, и сделал я, как поверено было мне. И вот произошел шум, движение, и стали сближаться кости, и жилы были на них, и кожа покрыла их, а духа в них не было. И сказал мне ангел Господень, извлеки пророчество духу, извлеки пророчество сын человеческий, и скажи, вот от четырех ветров приди дух и дохни на этих увидах. И сделал я, как повелено было мне, и вот они ожили и встали на ноги свои, весьма великое полчище. Сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторвали
рождения.